एक госпиталь. Блин, глохнуть можно. Да, я все принимаю. Да, да, понятно. Блин, я просто глохну с такого звука. А по-другому не записывать не хочет. Без окон будет, обойдется. Строительство сразу с врачом вместе, это что-то необычное. Ну, что бы написать-то? Не хочется писать. Ладно, пишем. Так, не то. Почему бы и нет? Куда пошел, козел? Если бы всю жизнь это было просто взять лекарства от всех болезней и все. Че? Это что за фигня? Ждать уже недолго чего. Убирайся, блин. Пускай будет так. Oh.
Что это за фигня, блин? Что бабка там застряла в кресле, что ли? Это еще кто? А то не выйдет оттуда нифига, блин. Так и будет-то сидеть. Срыс по животу, да идите просрытесь и все, что там. Вот так вот. Чтоб перду нам было где сидеть. А, точно. Много вас тут всех очень, блин.
Что это есть-то? О, ну и хватит. Чего так долго-то, а? Возитесь, блин. Да вы столько прячете, все офигеть. Опять-то говно, блин, да нафиг надо. Ну, лучше, чем ничего. Да, очень нужная фигня. Все хорош. Клеишь, нюхали. Это что, это капли? На клей похоже. Понятно, то есть продаем ненужное говно, да? Ну хрен с ним тогда. Тоже не туда насрать.
Ого. Опять-то хрень. Замечательно. Очень нужная вещь. Да, барахла тут много.
это все. Да, понятно. Ясно. Thank you.
Что за фигня? Это что-то долго. Да, похоже, это долгая игра. Все, война начинается.
настроение как, что ли? Ну ты хрень, у меня нету. Да все понятно, в общем.
В общем, с игрой все ясно. Это нахрен нужно.